Друзья, очередная посылка из Китая, открываем. Ну, наконец-то пришло, значит, долго я этого ждал. Пришли вот такие вот держатели для всяких шкафчиков. Это защита от детей, чтобы ребенок там не лазил по шкафчикам, не открывал. Как работает, сейчас смотрим. Так, упаковано все хорошо. Вот я беру один, он тоже в целлофане. Открываем. Ну вот как это выглядит. Значит, одну мы приклеиваем, здесь вот липучка, и вторую приклеиваем, и здесь вот такая штука, вот так вот открываем. Сейчас на практике. Ну вот, друзья, допустим, имеется вот такой вот шкаф, ну точнее это комод. Значит, что делает ребенок? Подходит, дергает, открывает, он падает на него, ну и дальше все проблемы. Значит, мы делаем что? Приклеиваем, допустим, вот так и вот так. Ну и дальше, чтобы открыть, придется вот эту вот штуку немножко вытаскивать. Вот такой вот девайс очень пригодится. У кого есть маленькие дети, заказывайте. Ссылку на товар оставлю в описании. Недорого, самое главное, практично. Всем спасибо, всем пока.